Недоброе утро сегодня случилось у жителей дома номер один в микрорайоне Лебединец. Ночью на три припаркованных у подъезда автомобиля упала береза. Дереву было больше 30 лет. На месте ЧП побывала наша съемочная группа. По словам очевидцев, огромная береза во дворе первого дома микрорайона Лебединец упала около 4 часов утра. Жильцы слышали треск и звон битого стекла, но лишь с рассветом увидели виновницу шума. Больше всего досталось автомобилю «Шевроле Лачетти». Мы попытались связаться с владельцем машины, но его дома не оказалось. Поперек упала прям вот так, между первым рядом и вторым. Поперек прям. Ну, она и машина села даже на кузов. Одну задела машину? Три. Три задела? Да. Одну чуть-чуть, ну и другую чуть-чуть. Просто сук попал по боку так. В этом дворе недавно провели реконструкцию и благоустроили территорию. Во время работ жильцы неоднократно обращались к строителям и сотрудникам ЖЭУ с просьбами убрать старые криворастущие деревья. Однако к ним никто не прислушался. Внешне березы выглядели вполне здоровыми. Ствол отличный. Отличный. Ну просто у нее корневая система, она же на поверхности, наверное, у березы. Вот еще, пожалуйста, дерево упадет скоро. Рябина? Конечно, у нее тоже корни на поверхности, они не глубокие. А чего упало? Ветер у вас тут был сильный или что? Наверное, дождь, грунт, наверное, все-таки раскис. Наша съемочная группа обратилась за комментарием в управляющую компанию, на чьей территории произошло ЧП. Однако директор запретил сотрудникам общаться со СМИ, сам на больничном. Я сейчас с ним по телефону сказала, никаких комментариев мы не даем. Мы разбираемся. В таких ситуациях ответственность за ЧП несет управляющая компания, которая должна своевременно подавать заявки на спил деревьев, которые угрожают безопасности жильцов. В Зеленстрое нам ответили, что никаких обращений по поводу этого двора к ним не поступало. Анастасия Иконникова, Сергей Кириченко, Александр Балакин, 9 канал.